Ну что ж, снова Blessing. 70-й. Поехали. Томатный Blessing. Какое лицо смешное выдано. Ну-ка. ПЗХЗ. Д6 ТБ. Три красных. Так, чё там зеленая еб... А, это Боб Скёрс, окей. Боб Скёрс гифт. Опять Google лагает. Тупой Google, не лагай. Окей, вроде отпустила. Так, что там? 1.01, 3.04. 2.75. Окей. Еще раз всем здрасте. Я все на чат не видел, поэтому... Просто всем здрасте. Шутспид такой себе, рейндж такой себе, шутспид в принципе нормальный. 68, ну и хрен с ним. Скоро будет 70. Нет, сегодня не буду делать 80. Не собираюсь 10 часов стримить. Уже там от классный. Ну ладно. Уменьшение нормальная тема. Бля. Подгорелыш. Ай. Да. Что-то, по-моему, постоянно спать хочется, Ломанс. Можешь поспать, попробовать хоть раз в жизни. На работе. Тогда тем более спи. Что еще делать на работе, если не спать? Тогда тем более. Чего ты ждешь? Берешь и спишь. Свечка. Дорогая свечка. Дай доллар. А, еще Боб Скёрс. Окей. Окей. Ладно. Причем даже бомбы дали реально. Приятно. Бесплатно. Так, там уже два синих. Шибо сначала побьем, наверное. Чтоб уже голова не болела. Чтоб потом можно было уже забрать все синие хп. Вау. Это было криво. Кёрса, я в курсе. Я в курсе про Кёрса. Я хотел босса сначала убить.
Так, я проверял сверху, там не было, да? Подарок, скорее всего, в секретке, наверное. В идеале, если там еще будет ресток. Хотя денег один хер нет. Типа, если я сейчас забираю... Не, я не забираю, да, ведь свечку, судя по всему. Поздно. Это поздно. Это немного уже поздновато. Гриб, ладно. Но... Увы. Блин, какие хорошая это, охренеть. Вся эта вам полезная, хоть все забирай. Только денег нету. Привет, Лепс, привет, Ломинстер. Ну ладно, в принципе, плевать, все равно старт нормальный. 69, ну блин, модеров нету, а мне лень. Не хочу уже от игры отвлекаться. Как-то плевать, будет 70, поправлено 70. Хотя Мара есть, подожди, а точно Мара есть, все, Мара. Я вас обманул, есть модеры. Я вас жестоко обманул. Так что будьте осторожны, модеры есть. Прячьте ваши пасты. Так, теперь я уже могу пойти в магаз. Я нашел деньги, только я уже скипнул три хороших айтема в магазе минимум. Что не очень меня радует. Ну там еще есть полезные айтемы. Может что-нибудь другое найдется. Психодела навалим. Где, в чат? Как в чат можно психодела навалить? Но я думаю, лучше не надо. Грибами. А! Ты про гриб, что ли? Гриб можно и нажать, это правда. Эти разы получу маленько. Это первая секретка здесь? Что? Какое странное расположение. Или может она там с чем-то совмещена? А, окей. С магазом еще с чем-то, видимо. Интересное расположение секретки. Еще хп. Ладно. Избавлюсь от мучений. Больше я это не буду нажимать в этом ране. Так уж и быть. Отдыхайте. Еще синяя. Опять какая-то митра где-то скрытая. Фига, я получил синий хп. Так, ну тебя вроде фармить нет никакого смысла. Взрывать тоже. Так что ладно. Лови пин. Красава. И еще синяя. Что? Капец, синяя. И еще два этого на синее хп. Только марка дорогая, блин. Ну ладно, все равно дает синее хп. Не так страшно. Охренеть старт. Вот это я понимаю старт. Так, ран на Лэмбо, можно идти вниз. Ну а черная хп. Черная, синяя, в принципе, один черт. Смысл один. Не красная. И даже не костяное.
А, я пропустил этом рум, ну это ебучий лост. Как всегда, мне из-за лоса забыл про этом рума. Но по факту с таким стартом, мне кажется, можно и не париться. У меня была помощь с этом рума на сделке. А нет, там было сало. Чат еще и троллит, господи. Хотя чат я слушаю, господи. Зачем я чат слушаю? Глупый стример. Уже было сало, которое мне не надо. Да, получается, даже я и не проебался. В этот раз. Ну, может, в другой раз проебусь. Одна копейка, это очень надо. Одна копейка стоила этой Hanged Man карты. Привет, ЗБ. У тебя рога выросли, как только грибов. Отошел от грибов. Ну, видимо, побочный эффект. Что поделаешь. Не все грибы одинаково полезны, как мы выяснили. Будьте осторожны. У меня же была старс-карта, блин, надо бы ее оставить. Значит, ключ всего один. Грустно. Это мало. Драться с Эндерл. Осуждаю наркотики. Я потеряю степлер. Не хочу терять степлер. Либо если будет ролл где-нибудь, тогда, возможно, это будет оправдано. Я уже довольно много дэмэджа. Нет, бомба зеленая, это стартовый айтем, и стартовый айтем не ролится. В смысле, не отбирается. Только то, что ты сам взял, можно отобрать. То есть первый айтем, который ты взял ручками. Блессинг и... Кстати, вот дали старт еще один. Блессинг и стартовый айтем не отбирается. Да, блесс айтем тоже. Тоже стартовый айтем. Не важно, что он не первый, все равно стартовый. Ты его сам не брал. Тебе его игра выдала на сиде, на старте сида. Поэтому довольно больно терять будет степлер. Но с другой стороны... А, ну, кстати, вот так я, может быть, сделаю. Вау. Плохо. Еще и, по идее, надо брать пиздюка. Что, что я делаю? Пиздюка зеленого. Это дорого все вышло. Ладно, давай, отбираю мне степлер. Может, что-то будет лучше. Кстати, это возможно лучше. Один дамаг потерял, книжку просрал зачем-то. Сделка тупо не закрывается вообще. Окей. Так, получается, я что? Я могу сходить в Керсон. За пол хп. А мог за 0 хп на самом деле. Но... Впрочем, не важно. Видимо, Ace of Hearts я уже оставлю на новый этаж. Там кого-нибудь превратим. Какую-нибудь большую руму, может. Где врагов будет много. Там бахнем. Ну, вот это ничего плохого не сделает. За ноль? Ну, у меня был бы телепорт и Hanged Man. То есть я бы прошел бесплатно через полет и забрал бы с собой телепорт. И было бы бесплатно. Бесплатно. Че секретка здесь? Ну, я не знаю, не хочу бомбу тратить. Пофиг, оставлю. Так, ищем хорошую руму.
где Ace of Hearts прожить. Теперь враги совсем красные. И томат. И бэкстейбер, и ни одного синего. Вау. Мерзко. Хотя бы на одно рассчитывал синее. Жаль. Естественно, магаза нет. Ну, билд нормальный, так что думаю, ничего страшного не будет с нами. Вот таблетки лучше не есть, там бэттрип можно словить, это будет неприятно. Автомат неправильный. Все наем, да, вот. Не могу отказаться. Фух. Почти долетело. Ты здесь? Сундуки оба не особо доступные. Дороговато. Теперь еще набей. А, окей. Это было удобно. Это вышло удобно. Так, кстати, теперь с очередами могу и ту, и другую открыть. Оба сундука можно очередом открыть. Ну-ка. Не. Это все же не. Стелка побольше. Синяя? Деньги. Ладно, откроем сундук, наверное. Вернее, два сундука. Может, там что вкусное будет. Найс. Плюс синяя, то, что я хотел. Нормально сработало. Так, получается, все, можно сюда валить. Тут слева, возможно, секретка. Тут вроде всего одно расположение. Так, ел? Не ел. Кстати, плюс рейндж это полезно. У меня рейнджа мало было. А, я его накормлю? Ха! Так, подожди. Я думаю, нет, он умрет быстрее, чем я его накормлю. Там был грид. Тут сейчас будет магаз. Тут сейчас будет магаз. Еще и с рестоком охуеть. Приятно. Приятненько. Ага. 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 На самом деле это полубесполезно, потому что... Ну, на Тине Тома... Кстати, это на крест работает, но у меня нет красного хп. По-моему, на крест оно работает. Вроде крест дает дэмэджа больше, но... Опять же, нет хп красного. А пиздюк, который с мухами, на него она никак не работает. Там мухи, они... BFF никак не аффектят. Надо хайп майн искать. Еще пытались вторые часы впихнуть. Спасибо, мне уже одних хватит. Ух ты,
Какой я долбоёб. Ладно. Не, муха нарыгает так же. Просто если муха уходит, он дает новую. Там механика довольно простая. Привет, лисенок. Домок. Подвальчик. Чё в под... А я даже драться не хочу, я ж могу съебаться. Вторая часть Conjoined, да. Я так его терпеть не могу, он вечно под ногами мешается. Такой бесячий бэбик. Верни. Так, мне ключи нужны, мне их очень мало. Мне их сильно мало. Может, он дамажит получше сильно. Не уверен. Насколько он реально сильнее дамажит с BFF. Сейчас мини-босса неплохо вроде протаранил. Ну, все равно сложно пользоваться. Ну, еще на тени Тома тоже работает BFF, которая тоже пользуется так себе. Фига тут золото. Беру. А, забыл выкинуть тринку. Блин, тут мог быть второй грид. Ну ладно. Перед магазом уж выкину. Бесячий тринкет. Дай бы полет. Не хочу ключи все всирать. На сундуки эти красные. Вау. Испуг подставил. Да, блядь, что за отдача ебанутая? А, оно все слева блоки. Привет, турбо. Ну давай, второго. Нет он. Ну вообще-то мистер Мита берется, наверное. Тут сделка, сейчас шанс довольно большой. Может пригодиться. Я бахал? Нет. А, купон. Купон — это более вероятная штука, по-моему. Вообще, учитывая, что я на лэмбо, можно взять, наверное. Сильно хуже не сделает. Причем для Даркрума это смешная активка купон. Если ее суметь там хорошо перезарядить, можно забрать все бесплатно. Наверное, с купоном пойду больше. В принципе, мне кажется, карты я уже и так нашел нормально. А, ну это было предсказуемо. И это было предсказуемо. Хоть углядывал. Уже не бесполезен. О, давай. Да, плюс один дамаг, заодно хп это много. Тут BFF явно работает. На крест. Это вроде много. Ай. Это было плохо. Кажется ли, у нас те сильно увидишь шанс на комнату с кроватями? Не кажется, там больше кровати. Наверное, потому что у них хп мало. Наверное. Или только потому что синее хп.
Не помню там от чего зависит генерация кровати. Ну, там их реально больше. Ну вот с тем. Привет, любого. Так. Ты даешь сделку. Так, Unjoined. Ребро поздно. Копейки уже не особо нужны. Так, я вроде заряжаю еще раз купон. Там какая-то карта остается. Что за карта? Вдруг хорошая. Ладно, думаю, уже не важно. ХП нашел хорошо. На крест. Бомба. Это не бомба. Блин, я бы хотел сундук проверить. Там приколы могут быть. Не, ну один контейнер дает плюс один дамаг, даже больше. Тут с BFF синергия, поэтому нормально. BFF маленько бафает. А может получу хелса, было бы клёво. Клёво. И впрямь клёво. Всё. Так, чё есть за карта проверить? Пень. Бахнуть. В принципе, это может быть лучше, чем Эмпресс. В Даракруме улечу. Привет, Вухурош. Электрики. Так, сделки нету, мне вниз. Бах. Сколько? А, это суккубус. А, суккубус прокнул с этого, господи. С почки. Смешно, ладно. Думаю, какой суккубус. Какие плюс 5 дэмэджа. Приятно. Это было приятно. Так, босс не снизу, потому что в игре нет узких босс-рум. Спасибо Килберну за это. Нету больше узких босс-рум. Хотя их и раньше не было, наверное, в бомбе. Уже были в бомбе узкие босс-румы? Я не помню в Автоберс Плюс. Но может быть и были. Так сходу не вспомню. Лейауты. В депсах вроде была узкая босс-рума какая-то. Может даже несколько вариантов.
я тоже не помню с кем. Типа, помню точно... А, и тут нету. Типа, помню подвал, помню KFC там точно было. Это я отчетливо помню. А. Ну ладно. Блин, всего одно хп, печально. Это интересная карта. Я причем нажму ее, наверное, в Dark Room, хотя, может быть, и прямо здесь, если будет сделка хорошая. Типа не на один айтем. Хотя бы на два айтема желательно. Тогда, может быть, и тут нажму. Блин, вообще бомб нет. Печально. Кстати, да, это правда. В бомбе узкая рума, очень может быть рума и на два айтема с роллом. Там шанс довольно хороший. Причем вход даже правильный. Вы только сверху, да, по-моему, вход в нее, в эту руму, может быть. Потому что реально она и была. Можно было проверить. Замечание верное. Нет, в идеале на 4 айтема, очевидно. На 4 айтема эта сделка, по-моему, редкая. У нее вес, конечно, низкий. Ее найти сложно. Давай хелсап. Не дал хелсап. Бомбы вообще не падают. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Понятно. Понятно. Мне все понятно. Ладно, пошли вниз. Сделка на один айтем. А то бесплатный. Ой, я съел тринкет. Съел говно, получается. Нам вроде налево. Да! Лич замороженный. Повезло. Так бы он бахнул. Бомб все еще нет. Я как будто хвост сделал, только у меня есть... И сундуков нет при этом. Ладно, все, дали бомб. Донылся. Одну, но дали. Как раз он поставить под сраку этому. Стоп-вач! Стоп-вач тайминги, я никогда их понять не могу. Ладно, неважно. Сегодня снова не бог тайминга с нами. Сегодня бога нету. Ой. Вообще мне осталось 6 хп, это не очень много. И билд не прям сногсшибательный. Ну, ладно, билд нормальный, я думаю. А хп я вообще не нашел. Ясно. Ясно, понятно. Так, купон поюзаем. Причем поюзаем то, что я хочу брать сразу. Что я хочу брать сразу? Полет? Или я буду прокать Shadow? Не, Shadow явно прокать не буду. Так что, забей. Это все хрень. А это еще или это был Левиафан? Чем полет? Не знаю. Буду крип доджить. Надо брать, правда, через Shadow Левиафан. Ну ладно. Уже не важно. Можно нормальные айтемы? Блять, рейд у меня его довольно мало. Мешок. Триплан. У меня уже триплан. Псевдо.
что где-то там ролл. Вау, ну и хрень. Ну ладно. Этаж непонятный. Я все же думаю, что это будет налево через чуть вниз. Скорее всего. Но это не факт на самом деле, потому что этаж конченый. Куда угодно может быть, наверное. Забавно, что у Суккубуса как будто аура больше, а по-моему она нихера не больше с BFF. Она прокат там же, где и раньше, по-моему. Это фейковая аура, по-моему. Он типа не прокает все равно. Да, вот типа аура, да, еще толку, она, блядь, огромная по факту. Говнище. Это так было всегда. Это так же было и в реберсе, по-моему. Не в реберсе. В автоберсе. Где он появился? Ну, я говорю, это шпараша. Да, кто будет наверху. Этаж говно. Ну, снизу же вряд ли будет. Да прямо совсем вряд ли же, да? Это было бы, ну, совсем странно. Где-то наверху будет, или справа, или слева. Что, ну, через справа сначала? Лейаут непонятный. Слева. Там, по-моему, невидимая дрянь какая-то. Я уже убил, да, я уже убил его, окей. Ура, нашли. Да я думал, что он будет слева сверху, на самом деле, изначально. Потому что этаж идиотский. Вот. Не поверил. Окей. С кулаками особенно смешно его этот брим дуджить. Лучше вообще его не бить надо, когда он дрим хуярит. Ну-ка. 70. Поломали смешное число.